Так, ребята, раз-раз, добрый день. Звук делаю на максимум. Если изображение и звук есть, то-нибудь плюсик мне поставьте. Спасибо. Итак, сегодня у нас 30 мая, среда, время 12 часов. Как ведет Алексеев Сергей, Советский Союз. Как всегда, начнем мы на 5 минут позже, 12:05, подождем, пока все подключатся. Сейчас показываю монитор, где у меня USDTOM и SISH-ка. Видите, мы стоим в этой узкой проторговке. Нефть вроде пошла наверх, видите, 75-70 бьет. Евро тоже прижимается к хаям. В общем, ждем, что будет. Начнем через 2 минуты. Я на секунду отойду, ребят. Так, я вернулся, 12:05, начинаем мы МК. Добавляю участников. Так, мы смотрим, что у нас СИ поджимается к своим лоям. И Си поджимается к лоям. Здесь есть, ребят, два варианта. Или пробой, или отскок. Пока сделки нету, пока смотрю, что происходит. Снизу на валюте стоит, видите, такой завальчик небольшой. Хочется, конечно, продать, но научен горьким опытом, что вкатывает все жестко. Пока смотрю. Пятерочка сверху встала.
Закололи мы минимум. Но то, про что я говорил, видите, пробой у нас какой-то. Пока что не до пробой. Так, ребята, что-то такая тишина. Вопрос с изображением звука есть? Вы видите? Стакан, графики, сделку. Кто-нибудь плюсик один поставьте. Так, все, вижу. Спасибо, ребят. Сейчас вопрос, у кого первого сломаются нервы, у шаргистов или у лонгистов? То есть о чем я думаю? Те, кто зашли сейчас в шарты, сейчас стоят и терпят. Терпят. Чем цена выше поднимается, тем больше вероятность, что они сейчас застерят и будут крыться прямо по рынку, и цена может пойти наверх. То есть мысль только такая. Перед пробоем я сказал, что я не верю сильно в пробой, потому что наобжигался я в последние дни в таких пробоях. Вроде бы и уровень, и все есть, а подходим, и силенок не хватает пойти. Здесь на проколе в шорт вниз мы как бы в лой встали в лонг, противоход. Смотрим на ленту, на кластера. В общем, смотрим, что здесь есть. Конечно, все в лонге стоят. Ребята, иногда буду в чат еще чем-то отвечать, так что если какой-то странный ответ, то не удивляйтесь. Добавлю еще участников. Какая цель движения? Но в идеале на пробой верхней границы это идеальная точка будет выхода. Но буду смотреть по рынку, буду смотреть на ленту сделок, на кластера по валюте. Как только увижу какой-то тормоз, буду скидываться, потому что рынок не дает много, дает какие-то там 40-50 пунктов и потом вкатывает все.
видели, кинули четверку в шорт по тому. Скину еще одну часть здесь. Не нравится мне такой объем, который происходит. Продажу проходит. То здесь, смотрите, я зашел, уже скинул часть позиции, уже по-любому эту сделку не закрою в минусе. То есть сейчас выставлю стоп без убыток. И посмотрим, что будет происходить дальше. То есть моя задача уменьшить риски, как бы что я уже выполнил. А дальше осталось только вытянуть сделку. Если получится вытянуть на хай, это хорошо. Смотрю внимательно на евро. Видите, евро рисует наверх вторую свечку, вроде бы в нашу сторону. Смотрю на нефть, а нефть начинает рисовать вроде бы шортовую свечу. То есть меня это сейчас все устраивает в данный момент. Нефть теперь дает импульс наверх, смотрю. Так, что по сделкам сегодня? Вот по сделкам сегодня. Там небольшой профит есть. Толком я ничего не взял, потому что был боковик. По карте рынка. Вот. В принципе, в лидерах сейчас ее валюта. Особо ничего больше не было. Так, на нефть, да, М3, ребят, вопрос пришел, отвечаем, М3-шка. Я просто ставлю здесь на поводырях те же временные интервалы, что и на основном инструменте, для того, чтобы смотреть импульсы сделки, чтобы импульсы соответствовали. Потому что будет довольно странно, если, допустим, у меня на сишке будет стоять 3 минутки, а на нефти 5-минутка. Будет тяжело мне их соотносить. Какие сделки вообще были? Поднимал я лонг на ложном проколе уже раз. И что там, взял, как-то кажется, пунктов 50-60. И больше пока сделок не было. Там было пару сделок по валюте, но они все были сделаны как бы с пустого места. Мне что-то казалось, я заходил, это не подтверждалось, я выходил там минимальный плюс. То есть пока просто глобального ничего не было. Так, спрашивают про вопросы, вижу, сейчас отвечу. Спрашивают видео вчерашнего МК. Вчера был неплохой МК, там были на нем сделки нормальные. Вот вам страница. То есть там одна из первых новостей моих, это вчерашний МК. Либо в разделе видео смотрите, там они все есть. Ну вот смотрю, что опять по валюте подкидывают в шорт. Пока стоим. Кто помнит, на прошлой неделе там было пару мастер-классов, где мне приходилось стоять в сделке весь урок, чтобы к концу урока мы там закрывали профит. Потому что движения были не волатильные, приходилось долго терпеть. Так, добавляю участников.
Так, параллельно смотрю, ребята, на РТС, смотрю на Сбербанк. Я бы сказал так, что сегодня у нас РТС, нефть и Сбербанк какой-то находятся в раскорреляции. То есть нефть наверх, РТС наверх, а Сбербанк сейчас на нижней границе проторговочки сидит. Это тоже мне не очень нравится. Все, Сбер пошел вообще вниз, посыпался. Если будет ситуация на Сбербанке, то переключусь, покажу. А там может быть либо какой-то айсберг на Сбере, либо какая-то большая плотность на Сбере фьючерс. Если эта ситуация будет видна, то там сделаем сделку. Пока стоим на Си, пока стоим в лонг. Видели там почти 50 пунктов. Так, поясните просто ваш вопрос. А от скопления не брали? От скопления где? На сишки, на валюте? На валюте от скопления. Я там зашел сверху, про сверху зашел в шорт, что скопанул там 20 пунктов. Так, чисто потому что пропустил движение. Так, следующий вопрос. Влияет ли, как понял, что это временной интервал, таймфрейм на качество технического анализа? Сложный вопрос. Влияет ли? Нет, не влияет. Просто мы... Ну, я скажу, что я ленивый. Поэтому я делаю весь теханализ. Примитивно. Я отмечаю максимум, минимум торговой сессии. Вчера, позавчера и так далее. Причем это делаю не я сам, а делает индикатор. Вот. А дальше какое правило? Я вот посмотрю на открытие рынка. Если рынок открывается внутри вчерашнего диапазона, то мне никакие уровни не нужны, кроме уровней вчерашнего дня. Они у меня так отмечены. Это уровни максимум, минимум и уровни проторговок. Если я утром перед открытием вижу, что будет какой-то сильный гэп и цена улетит за пределы вчерашнего диапазона, то я, конечно, уже открываю 15-минутку или часовик и там накидываю какие-то уровни с более большого временного интервала. Но опять же, они будут смотреть только в том случае, если мы к ним будем подходить. Я бы не сказал, чем больше таймфрейм, тем сильнее сигнал. Как бы, из книжек по теханализу, да. Это такое понятие расплывчатое. Тем сильнее сигнал куда? На пробой или на отскок? Я этого не сильно понимаю. Да, если я увижу какой-то недельный уровень по валюте и по Си, мы к нему подойдем и будем поджиматься, то я, скорее всего, подумаю, что за этим уровнем большое количество стоп-лоссов ордеров на открытие. Если будет пробой, то он будет больше, чем обычно. И можно на нем хорошо взять. То есть, и то же самое будет с отскоком. От такого уровня можем довольно сильно отскочить. Все равно принимать решение я буду уже по сегодняшнему уровню и по сегодняшнему объему, который проходит в данный момент в стакане. То есть для меня временной интервал вообще не имеет такого значения. Цена бегает далеко, смотрим дальние уровни. Бегает близко, смотрим вчерашние уровни. Вопрос следующий. Какое основание было для входа по Си? Когда мы начали мастер-класс, мы к этому уровню поджимались, я сказал, что сейчас есть два варианта развития событий. Либо мы зайдем в пробой, если я увижу его в шорт, либо мы возьмем отскок. Начался пробой, я видел, что по валюте объема не дают. И я встал просто в отскок от уровня в лонг. В итоге там мы скинули по 50, по 40-30 пунктов. Сейчас последняя часть нас отстопила в ноль. Смотрим на дальше на пробой. То есть смотрел по стакану, ложный прокол вниз. Я решил зайти в лонг. Все.
Сейчас я готовился встать на проедание этих 4000 по сишке в шорт. Но видите, не зашел в сделку, потому что мы к них коснулись и ничего больше не произошло. Я смотрю на нефть, смотрю на евро и сейчас готовлюсь к пробою вниз. Хотя по сути можно было еще раз зайти от пятерки с коротким стопиком и уже взять там 40 пунктов профита. Ну вот сделки сейчас текущие. Максимально вот сделки было по времени выставлю. Двадцать шесть пунктов. Пятерка сверху, видите, выставила из пассивки. В общем, пока без сделки, пока смотрю. Пробоя не было, снизу мы еще раз не подобрали. Добавлю еще участников. На евро айсберг стоит снизу. Айсберг проели. Возможно, на переходе получасовика что сдвинется с места. Пока ставим, смотрим. Ты чего уже стоишь? Надеешься? Круто тебе. Ребят, пока без сделки, пока смотрю, осталось 2 минуты до перевода получасовика. Пока не понимаю, что происходит. А когда не понимаю, стараюсь не торговать.
что я перепутал объем, хотел часть скинуть. В итоге скинул все. Зашел на пробойном на придание четверки. Нужно было постоять, но пока менял стакан местами, просто не переключил объем. Хорошее пошло движение. Мы не в нем. Ладно, смотрим. Так, вопрос. Как считаете, по РТС от объема можно в шорт, если повторить поддержку? Но мамба вниз, Сбер непонятно, что делает. Сейчас Лев даст импульс вниз, то, наверное, можно. Там, видите, какие-то еще роботы сверху стоят на РТС, поддавливают цены, и уже сколько получается. Довольно долго там проторговываемся под уровнем. Короче, рынок дохлый, как корова. Смотрите, прокололи мы этот уровень на 50 пунктов, на 40. И все, на этом. Айсберг подсветился на Томе 62.48.00. Посмотрим, может быть сейчас не столкнут. Смотрю на ленту. Какой-нибудь робот бы в шорт вставился, было бы хорошо. Так, Вася, видите, уже прошло 12 тысяч. Сейчас смотрите, попробовал зайти по движению в шорт, пока айсберг стоит. Сейчас айсберг пройдет, я выйду. А вроде бы евро вниз давит, поэтому зашел. Вот видите график евро. То есть здесь у меня стоп такой визуально 10 пунктов, даже давайте поставлю его.
Значит, если они сейчас пройдет наверх, то будет сквизочек неплохой. Что, проели айс? Сам выхожу с мини-маленьким, с маленьким убытком. Короче, дурдом. Ну, смотри, сейчас лиришка пойдет, она даст не 100 пунктов, она даст гораздо больше. Главное, чтобы нефть пошла. Ну, видите, весь пробой, который был на 40 пунктов, втянул все обратно. Мы уже здесь в этой сделке не стоим. Я пока поезд догонять не буду. Если будет какая-то ситуация, то зайду. На РТС смотрю, на Сбер смотрю, тоже пока ничего не вижу. Где можно было поставить стоп-лосс, пока без сделки. На секунду отойду, сейчас вернусь.
я вернулся. Смотрю на график, так пока ничего не изменилось. Торгуемся на уровне этого боковика. Ришка уже дает с той точки вниз 250 пунктов. Видишь, какая лента зеленая по валюте идет. Покупают и покупают. Сейчас с большим перевесом из торговли идет. Но мы уже в этой сделке не стоим. Пока, ребята, без сделок, смотрю, рынок мне совершенно непонятен. Какой-то объем представляется снизу, пока не знаю, что это такое. Смотрю на евро, евро вроде давит наверх. Столько эмоций было.
Так, поднимаемся к уровню, смотрим на лои. Нефть дает импульс наверх. Прокол лоев. Я люблю это без сделки. Мне нравится, что нет быстрого выхода. Основание такое же, как в прошлый раз. Ложный закольчик, без объема, никто не толкал. Поэтому прямо слоев поднял в лонг. Как покер хотел поймать себя шпагу. Какая оценка? Рынок не волатильный, нефть, евро боковят, то есть нету явного движения. Поэтому любые попытки выхода сишки и валюты из проторговки заканчиваются неудачей. То есть эти вот мелкие заколы. И поэтому в пробой не вставал. Вставал сразу, его откупаю. Потому что вчера был день тоже такой. Нет, позавчера. Каждый выход из проторговки пытался зайти в уровень, в пробой. И везде меня стопило жестко. То есть сегодня чуть свое отношение к рынку изменил. И стараюсь брать небольшие эти подборчики. Пусть, да, там небольшая величина профита пока что. Ни разу не пошел так, как я хотел, на перекрытие диапазона. Но там 40-30 пунктов как бы дает всегда. Поэтому собираю то, что есть.
Сейчас смотрю на нефть. Видите, нефть дает свечку вниз. Мне это на руку. Евро поддавливают наверх. То есть все как бы в пределах нормы. Меня это устраивает для этого лонга, поэтому стою. Ребят, время осталось 10 минут до конца МК. Какие-то вопросы есть? Пожелания пишите, а то через 10 минут закончу. И в следующий раз уже увидимся в новом месяце после выходных. Не хочет меня радовать сишка большим профитом, вкатывает опять все. Сейчас опять поставлюсь без убыток, скорее всего. Но тем не менее, вот таким нехитрым способом. Да, я стою в лонге слоев. Ну, я стою, этот микропрофит нам дает, не знаю, выходить, не выходить. Смотрите, нефть опять дает свечку наверх, евро тоже наверх. Это неправильно все, так не должно быть. Какой-то микро плюс болтается, ни одной еще нормальной сделки нету. Хочется чем-то такое уже посерьезнее. Добавлю еще участников. Жируешься? Нет. Так, ребята, Сбер Фьюч, четверка в шорт. Ребят, на Сбере 4000 в шорт на Фьюче.
Я бы сказал, что это похоже на какую-то порнографию, а не торговлю. Где уже агрессия? Нефть, смотрите, наверх ломит. Ребят, вопросы вижу, сейчас отвечу, если время останется. На чем движение цены идет вверх по сим данным момент? Да ни на чем. То, что боковик, евро в одну сторону, в другую сторону, тут валюта тоже, ой, нефть тоже пошла наверх. То есть просто пока на закрытии позиции, те, кто заходил в шорт, она пыталась подрастать. Дальше. Вы используете индикатор волум? Да, я его использую. Все его, наверное, используют. Смотрим повышенные объемы. Четверку сняли на фьюче. Ну, смотрю, ну, какие-то попытки, сишки. Он опять поставил свою четверку на фьюче. Негодник. Я еще раз произошел, конечно, уже не тем объемом. Опять снял, сейчас кинет по рынку. Не кидает почему-то. Так, прям штука какая-то начинается у меня. Суета, захожу в сделки, выхожу. Беру паузу, смотрим переход часа. Две секунды и пробой вниз на 500 пунктов. В общем, ребят, буду заканчивать. Там сейчас вроде 12 часов у нас МК ведет наш психолог. Думаю, что к нему нужно всем сходить. Пожаловаться на свою тяжелую жизнь. Вот. Смотрите записи, ставьте стоп-лосс, тяните зеленку. И вот такое боковище лучше не торговать. Потому что видите, что толком ничего не дает. А риски на себя берешь, как бы это неинтересно. Надеюсь, чем-то было полезно. И всем до следующей недели.